Причем это влияет и на внутренний рынок тоже. Зависит от стоимости топлива, что у нас будет происходить. И при сохранении того, что мы видим прямо в начале года, цены на бензин там и авиакеросин. Belli bir yaşın üzerindeki Rus vatandaşları. Сьогодні зранку це українське радіо. Я Христина Стесі. Я вітаю вас тим, що сьогодні ми вже маємо 10 січня.